We are beginning the third section, or actually the fourth section of Malachi. Мы с вами переходим к четвертому разделу этой книги, книги пророка Малахии. In chapter 2, verse 17. 17 стих 2 главы. And the first several verses are really introductory to what Malachi is most concerned to address. Of chapter 3, right? The first several verses of chapter 3. Yes. И первых несколько стихов 3 главы является как бы предисловием к тем темам, к которым собирается обратиться пророк Малахия. So let's move through these verses somewhat briefly. Поэтому давайте сейчас do you want me to read verses 17 and... Yeah, read 17 really through verse 6. Прочитаем первых 6 стихов из 3 главы и 17 стих из предыдущей главы. «Вы прогневляете Господа словами вашими и говорите, чем прогневляем мы Его? Тем, что говорите, всякий делающий зло хорош пред очами Господа, и к таким он благоволит. Или где Бог правосудия? Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мной, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Саваоф, и кто выдержит день пришествия его, и кто устоит, когда он явится, ибо он как огонь расплавляющий, как щелок очищающий, и сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левии, переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде. Тогда благоприятно будет Господу жертва Иуды и Иерусалима, как во дни древние, как плита прежние. И приду к вам для суда, и буду скорым обличителем чародеев и прелюбодеев, и тех, которые клянутся ложно и удерживают плату у наемника, притесняют вдову и сироту, и отталкивают пришельца, и меня не боятся, говорит Господь Саваоф, ибо я Господь, я не изменяюсь. Посему вы, сыны Иакова, не уничтожились». In this passage, there are a number of themes addressed. В этом отрывке пророк обращается к нескольким темам. We begin by looking at the preparation for the Messiah that the messenger will bring. Сначала нас как бы готовит к пришествию Мессии. Я посылаю ангела моего, который приготовит путь, говорится здесь. This messenger is no doubt John the Baptist. А здесь речь идет без сомнения об Иоанне Крестителе. Will prepare the way for the Lord. Который приготовит путь перед Господом. And remember, by the time of Malachi, we're just a little over 400 years before Jesus. И вы вспомните, что пророк Малахия пророчествовал где-то за 400 лет до пришествия Иисуса Христа. His coming will be very sudden and unexpected. Он сказал, что придет он внезапно. And then his day will be it'll be for judgment. That's really the thought of verses 2 and 3. Во втором и третьем стихе написано, что он придет для суда. Кто выдержит день пришествия его? You will notice the imagery of purifying. Обратите внимание здесь образы, которые связаны с очищением. And cleansing, like a launderer cleanses clothes with harsh materials. Все равно как не знаю. Harsh detergents. В прачечной стирают одежду порошками, мылом и так далее. And then let's pay close attention to his mention of silver and gold. А теперь давайте обратим особое внимание на упоминание серебра и золота. And then in verse 3 to offerings. А потом в третьем стихе на жертвы. And then in verse 4 и на приношения. И в четвертом стихе тоже речь идет о жертвах. Now this is foreshadowing the main topic that Malachi is about to address. Это, опять же, имеет отношение к основной теме, как бы предисловием является, к основной теме, к которой собирается обратиться пророк Малахия. Judgment will follow for those who have sinned. Наказание грядет на тех, кто согрешил. In the ways mentioned in verse 5. И в пятом стихе здесь перечисляется. And God is saying through the prophet Malachi, через пророка Малахию Бог говорит, that if it were not for his unchanging grace, что если бы он не был неизменным, then the people of Israel would have been cast off long ago. То народ израильский был бы уничтожен уже давным-давно. He has hung in with them over the centuries. Но на протяжении веков Бог остается верен своему народу. Since he had first made the covenant with Abraham, it's been 1600 years. Ибо он установил пророк завет с Авраамом, и уже на протяжении 1600 лет остается верным этому завету. And this might be a decent place to end the book. А на этом можно было бы и закончить книгу. Kind of a nice picture of God's faithfulness. На таком вот образе Божьей верности народу.
But have you ever had a conversation with a friend? Но если бы вы вели диалог с другом. Where it seems like something is wrong between you, there's a tension. А вы чувствовали бы, что между вами какое-то напряжение, и вот вы выясняете отношения. And you look at your friend and say, is there something wrong? Вы смотрите на своего друга и говорите, что, что-то не так? And your friend says, no. А он говорит, да нет. But you press a little farther, are you sure there's not something wrong? Но вы продолжаете настаивать, ты уверен, что все в порядке? And your friend says, well, there is this one thing. В общем, не совсем, конечно, кое-что имеется. And that's what happens here. Вот примерно так это и звучит дальше. There is this one thing that God is concerned about. А Бога волнует одна вещь. He calls the people to return in one very important aspect of their relationship with Him. Он призывает народ вернуться к Нему в одном очень важном аспекте. Verse 7. Седьмой стих. «Со дней отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф». Вы скажете, как нам обратиться? So here's another question Israel's asking God. Итак, еще один вопрос, который Израиль обращает к Богу. They have asked Him, how have you loved us? Сначала они его спрашивали, в чем твоя любовь к нам? And how have we defiled your altar? Или как мы бесславим твой жертвенник? And other questions throughout this book. And now they ask, есть и другие вопросы, которые Израиль задавал на протяжении нескольких глав этой книги. И вот следующий вопрос, как нам обратиться? And the thought is, what do we need to return to you for? А мысль за этим вопросом стоит такая, а, собственно, для чего нам обращаться, к чему нам обращаться? We haven't strayed, there's no reason to return. А мы не отклонялись от нужного пути, так зачем же нам обращаться? And God says, well, you have strayed. А, но Бог говорит, да нет, вы отступили. In verse 8 and 9. В 8 и 9 стихах. Можно ли человеку обкрадывать Бога, а вы обкрадываете меня? Скажите, чем обкрадываем мы тебя? Десятину и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы и весь народ обкрадываете меня. The way they are straying in the days of Malachi. А в дни Малахии народ отступает от Бога тем, is by not bringing in the tithes that God requires. А что он не приносит десятины и приношения, которые требует от народа Бог? Now, there are lots of teachings in the Old Testament about the tithe. А в Ветхом Завете о десятине говорится отнюдь неоднократно. It was mandatory. А десятина была обязательной. 10% of all income every year. 10% от всего дохода каждый год. Was to be paid to the Levitical tribe. А должно было приноситься колену Левину. So that is 11 tribes paying 10% to one tribe. Продукты. То есть 11 колен приносили приношение одному колену. And then out of that tithe given to the Levites. И из того, что получали левиты, they would give 10% to the priests. 10% они отделяли священникам. So that was a part of the tithe. А вот это все входило в понятие десятины. Then every third year there would be another tithe on top of that. А дальше каждый третий год приносилась еще дополнительная десятина. That was to provide for the widow and the orphan and the poor. Сиротам, вдовам и нищим. And that is found in Deuteronomy chapter 26, verse 12. Об этом мы читаем в 12 стихе 26 главы книги Второзакония. There were other offerings that were required of the Jews. Были и другие приношения, которые должны были приносить евреи. So the entire tithe would be much higher than 10% per year. Следовательно, общая десятина составляла в год более чем 10%. And there is a long history of tithing in the Old Testament. В Ветхом Завете мы читаем об этих приношениях постоянно. Even before the Mosaic law. Даже до того, как был дан закон Моисеев. Abraham tithed to Melchizedek, the priest of Salem. Авраам приносил приношение Мелхиседеку. Now what we have to realize is that the Jews of Malachi's day were not tithing. А здесь, насколько мы понимаем, евреи в одни Малахии десятину не приносили. If we read the book of Nehemiah, если мы прочтем книгу Неемии, то увидим историческую обстановку. And because they weren't tithing, the priests weren't supported. И поскольку народ не приносил десятину, то и священникам не на что было жить. Because of that, the priests had to leave Jerusalem. И священники должны были уходить из Иерусалима. And go farm for themselves to provide for their families. И заниматься там земледелием и так далее для того, чтобы обеспечить себя и свои семьи. So the temple was ignored. И поэтому храм был в запустении. God says in verse 10, а в 10 стихе Бог говорит, to bring the whole tithe. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли для вас отверстий небесных и не залью ли на вас благословения до избытка?
And God promises that if they will bring in the whole tithe, He will bless them. Бог обещает здесь другими словами, что если народ принесет все десятины, то Он благословит их. And we see this promise in various places in the Old Testament. В Ветхом Завете мы читаем об этом обетовании в нескольких местах. That if God's people will be obedient to the command of the tithe, если народ Божий будет послушен в отношении заповеди десятины, that blessing will come. То благословения будут у этого народа. And the blessings that will come to the Jews, благословения, которые должны были прийти на евреев. Мы читаем о них в 11 и 12 стихах. «Для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф, и блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землей вожделенную, говорит Господь Саваоф». God wants to bless His people. Бог хочет благословить свой народ. He wants to bless His people so that Он хочет благословить его, чтобы other nations will see the blessing. Другие народы увидели это благословение. And will be drawn to the God who has blessed His people. И чтобы они в итоге пришли к Богу, который так благословляет свой народ. But without generosity and the tithe, God won't bless Israel. Но без щедрости, без десятины такое благословение невозможно. Now a question rises after looking at a passage like this. В связи с этим встает вопрос. What is the application for Christians today? Каково применение того, о чем мы только что прочитали, для современных христиан? And I want to give you some of my thoughts on this. Я хотел бы выразить свои мысли по этому поводу. And then we can have some discussion. А потом мы можем с вами это обсудить. I look at the New Testament. А в Новом Завете. And I see comments about from Jesus about the Pharisees. Я читаю слова Иисуса Христа о фарисеях. And that's the only place in the New Testament where tithing is explicitly mentioned. Это единственное место в Новом Завете, где десятина упоминается открыто и напрямую. And they are specifically rebuked for the way that they tithe. И фарисеев укоряют в том, как они приносят эту десятину. They tithe with their material things. But they neglect the weightier issues of justice and mercy. Они приносят десятину материальными какими-то вещами, но при этом пренебрегают правосудием, милостью и так далее. There are many, many passages in Paul, John, and Peter. У Павла, Иоанна и у Петра много стихов. That discuss generosity and giving. Которых обсуждается тема щедрости, тема даяния. But the word and the concept of the tithe is never mentioned. Оно ни слова, ни понятия десятины там не упоминается. That is an amazing silence. Удивительное молчание в этом отношении. For instance, in 2 Corinthians chapters 8 and 9. О Коринфянам в главах 8 и 9. Two entire chapters given to the topic of giving. Две целые главы посвящены проблеме даяния. Paul never mentions tithing. Но Павел так и не упоминает десятины. You would think that if Christians were required to tithe, that would be a great place for him to say. Казалось бы, если от христиан ожидается, что они будут приносить десятину, то именно в этих главах было бы уместно сказать об этом. Но там говорится по расположению сердца, да? Moment, just let me finish, and then we'll have questions. Да, я сейчас дайте мне закончить, а потом мы будем вопросы задавать. I see in the New Testament various principles related to giving. В Новом Завете мы открываем для себя несколько принципов, которые относятся к теме даяния. Giving should be consistent. Даяние должно быть постоянным, giving последовательным. Generous. Великодушным, то есть you should give cheerfully, доброохотным, по благорасположению, sacrificially, с радостью, с жертвенным отношением. We should give with integrity. Как бы достойным, порядочным должно быть это даяние. Not saying that we give more than we really do give. Другими словами, мы не должны лукавить, что в том, сколько мы даем, говорить одно, а давать другое. And every Christian, no matter how wealthy or not they are, should give. И должны давать все христиане, вне зависимости от их материального положения. There are also great promises that come when we are generous. И кроме того, если мы даем великодушно и доброохотно, то и обетования нам даются. We cheer the heart of God. О том, что нас ожидает, мы тем самым веселим сердце Божие. If we sow bountifully with our giving, если мы даем щедро, then Paul says we will reap bountifully. То Павел говорит, и нам дастся щедро. People will give thanks to God if we give to them. Если мы будем давать людям, то люди будут возносить славу Богу. And here's прославлять Отца нашего Небесного. That I also think is true. И есть еще один принцип, который мне представляется справедливым. If I give more of my money,
to support God's work, если я жертвую свои какие-то средства на поддержание Божьего дела, this is very profound. Are you ready? Это очень так основательно звучит. Готовы? I will have less money to spend on myself. Тогда у меня меньше денег останется на себя. But that's okay. Но это нормально. Because I would rather see God's work flourish. Поскольку лучше, если будет процветать дело Божие. Than my financial portfolio grow. Чем будет увеличиваться мой финансовый портфель, так сказать. Every time I come home from Russia. Всякий раз, когда я возвращаюсь домой из России. I go home with less money than I came with. Я оставляю здесь какие-то средства, возвращаюсь с меньшей суммой, чем с той, которой уехал. But I come home richer in every other way. Но при этом я чувствую себя обогащенным во всем другом. Because my time with you. Поскольку время, которое я провожу с вами. Interacting with you, общаясь growing because I see your faith. Общаясь с вами, видя вашу веру. Enriches me. Меня очень и очень обогащает. So, I do not believe that Christians are bound to the tithe. Поэтому я не считаю, что христиане обязаны платить десятину. That doesn't mean that we don't have to give. Но это не значит, что, ой, нам теперь не надо давать. It means we are free to give as much as we want. Это означает, что мы можем отдавать столько, сколько хотим. Outrageous generosity. То есть мы можем быть максимально великодушными. In fact, the New Testament principle is. И щедрыми. As God has blessed me, so I can give to bless others. То есть мы можем соблюдать новозаветный принцип. Насколько Бог благословил нас, так и мы можем благословлять других людей. And it's a motivation by grace, not law. И вот эта мотивация давать, это мотивация, которая основана на благодати, а не на законе. All right, I'll То есть нас благодать должна мотивировать давать, а не закон. Ну вот, я закончила, теперь ваши вопросы. ТВ-семинарии. Благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Наташа, I know you have questions. Это не вопрос, просто я стих нашла, который вот говорится в 1 Коринфянам 16, 2 стих. 1 Corinthians 16, 2. Сколько позволяет состояние, столько и давать. Give as much as your income allows you. It doesn't give any specific figure, 10% or... Exactly. Абсолютно верно. No figure of rubles or dollars and no percentage. Ни процентов, ни каких-то конкретных цифр в рублях или долларах или в какой-то другой валюте. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.